Так, ох ты. Дженни. Интересно. Я в какой-то пижаме стою. Ах, да, это же этот психушка. Ну, по первому персонажу, находящемуся здесь, можно подумать, что это компьютерный клуб. Ну, лично я бы был бы... Оу. Это где я? Это где я? Стой, Винни? Не понимаю. Это что за фигня? Это ад. Стойте, я лысый. Винни? Так ведь. Какой бред. И я такие комиксы никогда не читал, Дар. Ага. Вот, The Darkness. Вон этот чувак. Только что там за бабой сидит? Непонятно. Еще один задар. Так здесь целая коллекция. Слушай, выпусти меня. Так у меня, наверное, кассета есть с этим фильмом. Так, пройти мимо больной аптеки. Больничной аптеки. Больной аптеки. Так, дайте мне пройти. Спокойно. Кстати, все дверцы пронумерованы. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Это 8. 8, точно 8. Пойдемте. Блин, это реально психушка. Я был лучше бы в компьютерный клуб бы сходил, чем в психушку. Хоть я там почти ни разу не был. О! Типа иди, иди, ну хорошо. Так, а это что? Ага, это еда для больных. Новый флаг американский. По сердце, блядь, и звезда. Я понимаю. Таблетки. Чё-то за рот, так. И нотион. Это, наверное, чтобы поржать. Таблетки для ржача. Кстати, ничего, такая, этот, туториал для них. Сложного состояния когнитивное расстройство, запоры через рот и через нос, иногда болит голова, иногда я играю в пинг-понг. Кто со мной в пинг-понг сыграет? Кто? Ну же! Я как Форрест Гамп. Давай, давай! Это что за пентхаус? Ух ты! Это чё? Кукольный театр? Смотрите, он не открывает рот. А, блин, я думал, это эти говорят. Эй, щупальцы. Рыжицы драконьи. А это что? Блин, похож на Реву. Не, реально похож на Реву. Реву же был сутенером или кем-то, блядь. А это... Получается, психушки. Ну, как Винни был мафиози, и сейчас он тоже охранником, блядь, работает. Нет, не я. Слишком близко, у меня глаза посажены. Вот, по-моему, это он. Это он. Это он. Это он. Эй, Джеки, у меня есть кое-что большое. Не, с этим я не буду говорить, он какой-то многословный. Так, ой, что-то палец болит. О, можно туда идти. Ага, примите, вот, точно. Дайте мне таблеточки. Джеки, тебя ищет доктор Джеймс. Хочет поговорить с тобой. Все хорошо, ты большой молодец. Просто зайди к нему. Пойдемте. Спасибо, что предупредил. С тобой едой поделюсь, когда у нас в обед. Сейчас 11 часов. Вот, часику. Часу я тебе дам булочку. Не булочку, вот что ты любишь? Ну, хуй с ним. Ничего он не любит. О, доктор. Так, не хочу я к доктору идти. Кто такой возможен? А, как такой возможен? Ну-ка. Я сам это видел. Фрэнк был мертв. Загляни к доктору Джеймс. Ну, сейчас загляну. Джеймс,
сесть. Так это же Фредди, блядь, на меня, который это работал. Я вначале подумал, что он мой босс. Твоя медсестра говорит, что ты снова стал бояться своих лекарств. Ты понимаешь, зачем ты пьешь таблетки, Джеки? Ну да, я понимаю, чтобы хрен это стоял. Если ты знаешь, что это иллюзия, то можешь прогнать ее. И чё, если... Получается, у меня не стоит, это все иллюзия, чёрт. Он разбил мои мечты. Значит, Разве ты не видишь, Джимми? Тьма внутри. У нас тьма голова... внутри меня. Understand? Тот голос, что звучит у тебя в голове, Джеки. Ага. Он заставляет тебя делать дурные вещи. Да, убивать. Ты правда в него веришь? Ну, а почему бы и я нет? Я больше не собираюсь обходить этот вопрос. Убей. О, опять. Шучу. Обычно, когда голос появляется, там еще сабы появляются внизу. А мы помогаем тебе выздороветь. Здесь что-то не так. Зачем вы меня тут держите? Зачем? Я абсолютно здоровый. О, прям эволюция. Дарвин? Джеки, я знаю, что ты возбужден, но я хочу слышать твой спокойный голос. Так у меня даже ног нет, как я могу быть возбужден? Даже туловища нет. Ладно. Я хочу поговорить. Блин, реально, а как хорошо, я сижу-то? Я тебя не держу. Эдвард, смешно. Проводите его к Дженни. Нет, нихуя идем, не смешно. Дженни. Только не нервничай, Джеки. Да, так, только конечно. Не нервничать. Как скажете, док. Посмотрим на череп. О, человек разумный. Это человек разумный, а где здесь всякие астралопитеки, могучие, астралопитек могучий и прочие, теперь блядь. Пойдем к Дженни, парень. К Дженни? Так это же тёлка вот этого чувака, самого главного героя. По-моему. Идем. Что, опять утро? Опять утро? Да к тебе ж это прострелили, желудок. Опять утро. Офигеть. И он... Так. Где здесь Россия-то? Не, здесь России нет. А-а. Вон этот. Так это вообще не русская карта какая-то. По-моему, из его фантазии. Для тебя мир так выглядит? Дольфо. Не буду я твоим лечащим врачом. Он мне ничего не расскажет. О, Дженнифер. Джеки, Дженни. Дженни. Да, это класс. Я рад, что ты моя медсестра. Доктор Вик спрашивает, как у тебя дела? Он беспокоен? Эх, какой у тебя пирсинг. Джеки, какие ручки. Я не знаю, где мы, но я вытащу тебя отсюда. Ты не вытащишь ее. Потому что это у меня сейчас чешутся уши. И я хочу помочь тебе. Только нет, не только ты. Не ты. Нет, нет, как... Да что происходит? Почему ты стала такой? Мы же с тобой встречались в Макдональдсе, и ты поступила на медицинский и стала медсестрой. Моей лечащей медсестра. Кажется, ты сказал, что ты был главой мафиозной семьи, и что на твой дом? Нет, не... Ты сказал, напали те, кто хочет отнять у тебя тьму? Нет, никто на меня не напал. Все так и было, я уверен. Он врет. Я сам вру сам себе. Я знаю, что ты в это веришь, Джеки, но... Дженни, выслушай меня. Зачем тебе такая баба? Это ад. И чувак, зачем тебе такая баба? Я пришел спасти тебя. Да, я понимаю, она ни, тебе ни, одно, ни единому слову не верит. Ни единому. Ты скажешь, ты был на работе, она будет подозревать, что ты был с любовницей. А потом она подаст на развод, когда доверенность на ха этот доверенность запишешь. Серотонина падает, и ты видишь кошмары и думаешь, что этого слова не было. Но моя семья, мои друзья. Ты понял, тьма поглотила их. Это иллюзия. Нет, ты врешь. Или я сам себе вру, я запутался. Кто мне? По-моему, меня правильно определили в эту психушку, а в Кащенко. Что? В Белый дом. Дженни, ты не понимаешь. Ты в большой беде. В большой, ты в большой жопе. Быстро! Уходим! Здорово, ты... Тревога! Как... Тихо, Джеки,
Какая тревога? Какая тревога, вы чё? Так, ничего мне не коли, чувак, ничего не коли. Вита, не нужно, не нужно. Я не хочу спать, я не хочу. Нет, нет, я не хочу. Да, поднимаем бунт, бунт. Бунт. Убегаем, убегаем. Бежать, бежать, только бежать, бежать. Избегайте санитаров, блядь, сваливай отсюда. Заткнись. Закрывай дверь. Йо, я выбежал. Я единственный человек, который свалил в психушке. Так. Ротейшн? Я узнал это в 5 лет. Я проснулся. Ой, а я в 1 год. Папа сидел на моей кровати с большим ножом в руках. Я резал себе вены. Хотел ли этот долбанный псих спасти меня от такой судьбы? Да уж. Что-то у меня с фантазией не то.